Начиная с этого года, хозяйствующие субъекты, у которых в подчинении более 5 человек, должны будут предоставлять налоговые отчеты в обязательном порядке в электронном виде. Государственная налоговая инспекция призывает бенефициаров подключаться как можно быстрее к электронным налоговым услугам, чтобы избежать лишних хлопот. В пресс-релизе отмечается, что благодаря этой акции у налогоплательщиков будет более быстрое и эффективное сотрудничество с налоговым органом. Они не должны будут приходить в территориальные органы госналоговой инспекции, экономя время. Кроме того, подключенные к электронным налоговым услугам налогоплательщики будут проинформированы быстро и регулярно о последних событиях и информации, касающейся налогового администрирования. Отвечает за подключение к услугам электронной налоговой системы госпредприятия «Фисксервинформ». А для того, чтобы воспользоваться ими, заявитель должен иметь электронную подпись. Отчеты на бумаге больше не будут приниматься, а штраф за несвоевременное предоставление отчетов составит до 1000 леев. Более подробную информацию можно получить на сайте Государственной налоговой инспекции fisk.md.